Первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец получил Ленинскую премию. Ее лично вручил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Произошло это в Подмосковье на 8-м пленуме Центрального комитета КПРФ. В его работе приняли участие свыше 500 человек, в их числе руководители региональных партийных отделений, депутаты Государственной Думы, представители народно-патриотических организаций России. Ранее Президиум Центрального комитета принял решение о присуждении Ленинской премии КПРФ за 2019 год. В частности, ее были удостоены первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро, Музей истории Великой Отечественной войны в Минске, коллектив животноводческого предприятия в Иркутской области. Кроме того, из рук Зюганова премии получили народный артист РСФСР Николай Губенко и первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец. Александр Алексеевич – один из самых опытных руководителей наших партийных организаций. Работая в уникальной Омской области, которая входила в десятку самых сильнейших в СССР, работая в экстремальных условиях, где все подмяли под себя олигархи, тем не менее создал мощную и сильную организацию, способную на самом современном уровне работать и побеждать. Он заслуженно получает эту высокую награду. Поздравляем и благодарим. Когда мне задают вопрос на региональном уровне, а как там у вас, омских коммунистов, что-то получается? Повторяю всегда и поверьте, это абсолютно искренне. Это не для собрания, потому что мы все время учимся у Ленина. И, похоже, кое-чему научились. Огромное спасибо руководству партии, президиуму за высокую оценку моего труда.